Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шатов, осьминог бесконечности, и сегодня мы обсудим второй сборник моих стихов «Октаэзия 2». А вот и, вот он, «Октаэзия», второй сборник, 2017 год. А стихотворение за 2017 год сегодня мы рассмотрим самые-самые-самые лучшие из них, на мой взгляд, опять же. Если вам что-то понравится, если вы купите сборник, прочитаете, вам понравится что-то больше, я тоже могу позачитать это. Вот, мы будем искать философские котятки, я жду во фрактальной комнате, я эхо, тебе исповедались. По крайней мере, эти 4 стиха и некоторые другие будем по ходу, в общем, буду определять. А вот иллюстрация Ярославы Розадовой, потрясающая картина, на мой взгляд. Вот сборник поэтических произведений и вот это вот щупальце, которое обвивает какую-то там луну, спутник. Концепт рисунка, кстати, мой, все концепты рисунков мои, но при этом, да, я попросил Ярославу дорисовать вот так вот все, изобразить, и у нее это прекрасно, на мой взгляд, получилось. «Моя семья» — хороший стих. Так, буду ли я его читать или не буду, не знаю. А давайте прочитаем. «А моя семья не кровь, а ум и дух. Моя семья не плоть, а лишь идея. Моя судьба не в клетке сжатых рук, а в истинах мудрейшего Орфея. Отец мой, Ницше, мне другой не нужен. С него я начал бесконечный путь. Он подарил мне 100 мечей и ружей и указал, где бойни меня ждут. Мой дед, старик угрюмый Шопенгауэр, про пессимизм мне сказку рассказал, и Гегеля меня читать заставил, пытаясь убедить, что тот вандал. Мой дядя Хайдеггер, кружащий своим словом, тетради мне недавно подарил, а Гуссерль, его батя, недоволен, эпохи сделал из последних сил. Второй мой дед, великий автор, Гёте, в наследство мне оставил 2 друзей. Со мной у Фауст, рядом Мефистофель. И вместе нам, конечно, веселей. Мой прадед Кант, последний моралист, но чистый разум разобрал красиво, а Юм, его отец, был юморист, опередил переворот спесивый. Мой прародитель Будда Шакьямуни, другой поклонник Дао Лао Цзы. Моя семья не кровь, а дух и думы передает правление борозды. Учитывая опыт поколений, я осознал и выскажу его. Я знаю все, что можно знать, наверное. Я знаю все, а то есть ничего». Так. Хорошее стихотворение прочитали. Что это, про осьминог? Что там, просто когда-то я ползал. Интересно. Так. С тобой. Ага. Я хочет изобиться. Ага. Ну, вот стихотворение попроще. О, «Кали, убей их всех». Про Кали мы уже читали, это уже другой стих, посвященный той же тематике. Продолжаем. Ой, «Парлей, смертный люд». «Мама, купи мне игрушку». Ванильное стихотворение. Это с конкурса. С конкурса. Мы не читаем с конкурса, потому что там их читать. А, так. Политическое стихотворение было. «Последний глоток». Угу. Про знаки зодиака. Так, ну это все. Мы ищем другие стихи просто сейчас, поэтому мы так много-много пролистываем. 40 страниц уже пролистали. Они, видимо, в конце. Вся самая годнотища собралась в конце. Так. Опа! Опа! Это стихотворение суперское, но читать его или нет? Никакой пропаганды нацизма здесь нет. Если что, я не поддерживаю идеи Гитлера, я против фашизма и нацизма. Поехали. Я родился в Санкт-Гитлербурге. Мой фюрер Ангела Меркель. Весь континент по заслугам попал во владение Рейха. Я выучил Фауста, Гёте, наверное, в 5 классе. Я никогда не работал, не для моей это расы. Вагнер играет в колонках, казус Ницше в руках. Мать ведет школу ребенка, со свастикой реет флаг. Форд рассекает дороги, ровные, как зеркала. Канта читает блогер, будто арабы Коран. Скоро великий праздник, взятие Красной Москвы. Бутылка, конечно, дразнит, только не будем пить мы. Эх, ветераны, герои, каждый пришел на парад. Все довольны собою, и я бесконечно рад. Сколько погибло, не вспомнить, каждого не учесть. Сколько событий спорных, слава же,
тем, кто здесь, но гложет меня одна мысль про этот арийский рай. Что бы могло случиться, если бы Рейх проиграл? Ну, такая вот отсылка, альтернативная история, так скажем, вам. Опять же, никакого поддержания там позиции Гитлера в стихотворении нет. Это просто поэтический эксперимент и, на мой взгляд, удачный. Коты. Ща найдем что-нибудь. Мой катархий, да, со ссылками на научные термины есть. А вот, философские котятки, поехали. Философские котятки с бытием играют в прятки. Кот по имени Сократ, корм сыкут и кушать рад. Здесь особые порядки, кот Платон свои догадки в муралоге перенес, Диоген кусил за нос. А котик Ницше лепота превратился в сверхкота. Котик Кант свой мяуратив превратил в императив. Котик Маркс давно готов драть богатеньких котов. Котик Энгельс рядом с ним, котик Дьюринг сладко спит. Но не спи, котенок Дьюринг, тишина-то перед бурей, Энгельс бить готов. А, кис-кис, я убью идеализм. Философские фигуры то шипят, то мур-мур-мурят. Философские коты не мяучат ерунды. Котик Гегель в три приема на лоток садится ровно. Котик Хайдеггер во сне видит маленький просвет. Котик Рассел аж завис, он мяучит атомизм. Котик Гуссерль пропищал, мяу, бежим назад к вещам. Философские котятки с бытием играют в прятки. Бытие найти непросто тем, кто был котенком создан. Ради мысленной разрядки волю дай своим повадкам. Будь естественен во всем, философским стань котом. А, ну, в общем, на самом деле стихотворение, оно не просто юмористическое, оно с философскими отсылками, а с многочисленными. И вообще здесь подразумевается, что вот, бытие найти не просто тем, кто был котенком создан, а тем, кто человеком был создан просто, интересно, да, и так далее, и так далее, и так далее. Изъять из этого текста много глубоких мыслей не составит каких-то больших проблем, я считаю. Продолжаем. Ага, про бомбу хорошее. Жолмогов. Хорошее стихотворение, но мы его тоже пропустим. У нас ограниченный временной запас. Щупальца про осьминога. Вот. И картинки старые тоже используются. Красота какая, прям вообще невероятная. Эхо. Вот, его мы искали. Я эхо, кричи, отвечу. Я эхо, молчи, промолчу. Помехи в молчании вечном, прорехи, извечный шум. Я эхо небесного свода, ответь мне, как будто себе, навеки я душу продал, но лекарь нашел в пустоте. И душу, и ум, и совесть, зачем они мне, я звук, я пустота, бескровность, я никогда не вру, спросишь, тебе отвечу. Как отвечаешь ты? Впрочем, мой путь размечен рябью внутри пустоты, эхо находит эхо. Ищет свой резонанс, и не поможет лекарь ни одному из нас. Хочешь, кричи, я отвечу, ты же ответь на ответ, и в резонансе вечном мы будем звучать во тьме. Звезды от звуков блекнут, не нужно нам знать имен. Пусть бесконечное эхо покроет пространство времен. Отличное стихотворение, очень лаконичное в данном смысле. Мне нравятся вот эти вот топовые фразы. Я эхо, точка, я эхо, кричи, отвечу. Вот. Все хорошо складывается, и техника хорошая, построение. Рифм много разных. Это хорошо, это прекрасно. Так, в общем-то, рекомендую этот сборник тоже. А теперь я жду во фрактальной комнате. Вы могли заметить, что вообще в моих сборниках очень мало стихотворений, посвященных там любви, отношениям, чувствам и так далее, и так далее, и так далее. Ну, просто, по большей части, я не считаю их достойными внесения в сборник. Это банальщина. Как вообще можно писать стих про любовь? Интересно, я себе с большим трудом представляю. Но вот я жду во фрактальной комнате. Это стихотворение с данной задачей справилось на все 100%. Она не просто про отношения, про какие-то, про любовь. Это стихотворение, которое, в общем-то, выходит за пределы человеческого, так скажем. И ну, вы сейчас все сами видите, оно очень философское, оно очень практическое. Там философская практика непосредственно присутствует. Я жду во фрактальной комнате, в пространстве меж всех миров, не чувствуя жажды и голода, со множеством рук и голов. Я жду многогранную, вечную и звездную, будто смерть, познавшую все наречия, или хотя бы треть. Я жду многорукую бестию, кружащую в танце миры. Многоголосием известия пронзают меня изнутри. Ее бесконечный голос я слышу уже много кальп. Увидимся мы не скоро, но мир несказанно слаб.
и даже фрактальная комната не сможет нас разделить. Пускай все миры расколоты, мозаичатые на вид, и я их соберу однажды, чтобы тебя найти. Многоголовую баньше и много сердец внутри. Я жду во фрактальной комнате обычный на смертный вид. Обычную смертную девушку, чтобы ее раскрыть, из пары рук сделать множество, из головы миллион, и бесконечность вложится в безостановочный сон. Реальность отныне немыслима, ведь мы существуем во мне. Я жду человека чистого. Вот что я увидел в тебе. Вот что я увидел в тебе. Да. Опа! Ким Чен Ын, вот этот стих надо прочитать. Он юмористический, он веселый, он красивый. К террористическим актам я никого не привлекаю, к жестокости тоже. Но вот такой вот опасный, кстати, сборник. Кстати, мне этот сборник почему-то нравится сильнее, чем предыдущий. Здесь очень много топовых стихов. Поехали. Жги, Ким Чен Ын, мы ждали огненного меча. Жги, Ким Чен Ын, печали, грозно руби с плеча. Мы отыграли Fallout, сталкера 100 раз прочли. Жги, Ким Чен Ын, как лава, мир превратится в дым. Нам обещали христиане пламенный Армагеддон. Что же случится с нами, если вот это он? Кто Ким Чен Ын, сам дьявол или воскресший Иисус? Тот, кто не знает правил, тот по-буддийски пуст. Смерть, вот мой бог многоликий, все остальное смех. Жги, Ким Чен Ын, улики всех дел, что совершил человек. Взрывы, грибное поле, я их все соберу. Взрыв — это минимум боли. Жги, Ким Чен Ын, мы в аду. Все заслужили это, не заслуживший лжец. Жги, Ким Чен Ын, планету, или тебе конец. Нормально. Это стихотворение было еще написано в 2017 году, когда Ким Чен Ын изобрел ядерную бомбу. Сам изобрел именно так, конечно. Ну, когда, в общем, да, в Корее появилась ядерная бомба, и вот возникла такая опасность, и меня вот это вдохновило. Это действительно одновременно забавное стихотворение, связанное с историей, отражает исторический момент, оно заслуживает внимания хорошее. Теперь более философское и практическое, да. Повеселились и хватит, как бы. Тебе исповедались. Тебе исповедались Будда, Мухаммед, Иисус, Заратустра. Но ты сам... Сейчас заново, простите. Тебе исповедались Будда, Мухаммед, Иисус, Заратустра. Но ты себя мнишь пылинкой на фоне сгорающих звезд. Тебе предлагали смыслы, но ты говорил, все пусто. Тебя поливали боги, но ты не хотел и не рос. Ты видел великие тексты и, может, застал великих, но все, чего глаз касался, ты называл ерундой, а после себя ты оставишь только ущербный стикер. Не будет шедевра написан иссушенной дряблой рукой. Тебе исповедались Шива, Ганеша, Дурга и Вишну, но ты отрицал все, что слышал, избалован был твой слух. Пересчитал ты когда-то Штирнера, Канта и Ницше, совсем ничего не придумав, и как фитиль затух. Истины лились потоком в сосудик твой полуразбитый, который был редко наполнен, который был резко наполнен немыслимой красотой. Ты лопнул от этой мощи, примкнул к недалекой элите. Ты пустоту перепутал с великой всеполнотой. Тебе исповедали звезды, галактики, черные дыры, микро- и макрокосмос могли быть в твоих руках, но ты предпочел этой мощи свои кабинетные игры. И коли ты в них усомнился, я подаю тебе знак. Иди исповедайся Будде, Мухаммеду, Заратустре, Шиве, Ганеше, Ницше, Канту и всем остальным. Восстанови сосудик, наполни его искусно, расширься всеполнотою, будто бы весь этот мир. Очень хорошее практическое стихотворение, именно практическая философия, такая духовная, которая, с помощью которой можно наполнить себя, улучшить, расширить, развивать себя. Вот это стихотворение можно много-много раз перечитывать, и действительно в нем скрыты такие мотивы. Это отличнейшее, на мой взгляд, стихотворение. Продолжаем. Что там про бытия нет? Отлично. Кстати, забавно, бытия нет, это противоречие, в общем-то, Пармениду. Бытие есть, а не бытия нет. А здесь все в стихотворении наоборот. И не бытие есть, а бытия нет. И еще одно хорошее стихотворение в этом сборнике. Давайте прочитаем короткое. Вечность — кошачья колыбель, сплети ее и взорви вселенную, в истину никогда не верь, а если и веришь, что в переменную, из тысяч дорог ни одной не держись, познай вседорожное тождество, не проживай лишь одну свою жизнь, ведь у тебя их множество, редуплицируй, не зная конца, себя симулируй фракталами, и если ты маленький, будто бонсай, то прорастай баобабами, и в сослагательном бытие терпи повеление сущего, мысль — кошачья колыбель, но не дано нам лучшего. О, философский пароход.
Отсылка на тот самый философский пароход. Спасибо, Советский Союз, да, за такой прекрасный образ. Что мы без тебя делали? Ладно. Философский пароход. Мне нужен философский пароход, что ведет меня из проклятой страны, где истребляют всякий спелый плод и не желают принципов иных, где каждый хочет всех переучить, не научившись понимать их слез, где звезды тушатся ногою, как бычки, а свет бычков здесь многих ярче звезд. Мне нужен философский самолет, я улечу на самый край земли, где нет нигилистических пустот и моды хрупкой псевдополноты. Я так устал от правых болтунов и судей, выносящих свой вердит. Я выучил единственный урок, что никогда не прав никто из них. Мне нужен философский звездолет, я все равно не нужен никому. Однажды всякий спелый плод сгниет, начав извечную глупую войну. И если твой соперник целый мир, на что пойдешь ты, чтобы устоять? Я так устал от чертовой войны. Играйте сами в свой бойцовский ад. Фух, да. Отличное стихотворение. Сбросил вселенную с плеч. Блин, а мне один очкастый, в общем, критик, которому я подарил сборники, Олежка Августовский, мой друг прекрасный, сказал, что здесь много стихотворений про Арчита всяких. Я ни одного не вижу, просто здесь все философские стихотворения. Может, он перепутал второй... Стоп, серьезно, все? То есть, мне кажется, да, он перепутал второй сборник с этим. Олежа, здесь нет ни одного стихотворения про всякую современную поэзию. Ты че? В первом сборнике было несколько стихов. Сейчас вот прочитаю лучший. Нет, его здесь тоже нет. Что, серьезно? Ладно. По-моему, здесь нету лучшего катаринизма. Я, блин, забыл поместить самый лучший катаринизм, что ли, в стихи свои. Господи, это деградация полная, честно говоря. Ща. В море заброшен, устал. В сердце набито оскомина. Я доплыву до конца, чего бы мне это ни стоило. Ну, катаринизмы прикольные. Они короткие, интересные. С какой-то мыслью постоянно. Ну, тоже рекомендую прочитать. Покупайте второй сборник. В нем очень сильная поэзия, очень хорошая. Мне очень нравится. И какая картинка, смотрите. Ради вот этой картинки можно купить его 10 раз. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Читайте. Читайте Акта Эзию. Да.